Ну что, ребят, всем привет, это снова я, это снова вы, а это мое новое видео по Call of Duty Warzone. Сегодня для любителей как бы новенького я приготовил комплектик, с которым теперь можно играть супер агрессивно. Прям вот аж зубы скрипят, супер агрессивно. Как бы состоит он из FFR и, конечно же, MAC-10. Сборочки у нас будут следующими. Агентский ПБС, ствол Ranger на 21,2 дюйма, для того, чтобы увеличить все, что нам нужно, а именно начальную скорость пули. Как бы у всех КВ-шных пушек хромает скорость пули. Начальная скорость пули с этим стволом будет чумовой. Дальше идем. Агентская рукоять, потому что она дает нам все, что нужно. Контроль вертикальный, контроль горизонтальный. Ну, вы понимаете. Быстросъемный магазин на 50 патронов. Супер-супер кайф. Супер-супер круто. И здесь у вас будет выбор. И если вы прям, вот прям супер агрессивный, супер крутой, супер жесткий чел, вы можете вместо микрофлекса поставить себе приклад Raider. Но, чтобы вы понимали, приклад Raider увеличивает разброс от бедра на 70%. Это очень много. То есть для людей, которые начинают стрелять от бедра и потом уже прицеливаются, этот приклад он не подойдет. Вы все промажете. Поэтому если вы не чувствуете себя на средней дистанции нормально с этой мушкой, собственно, вы можете поставить себе микрофлекс. Микрофлекс — идеальный прицел для этого. Также можете поставить себе хавксмур. Он как бы визуально уменьшает отдачу. Но на самом деле я этого особо не заметил. Опять же, при этой сборке микрофлекс очень даже ок. Ну и если вы прям, супер, серьезно, если вы супер агрессивный, если вы стреляетесь на расстоянии там метров до 50, то можете просто поставить себе рейдер. На крайняк можете поставить себе тыльник вот этот. Вот. Такие дела. Ну, а вторым слотом у нас был, конечно же, МАК-10. МАК-10 слишком жесткий. Не вижу смысла сейчас менять и играть с какой-либо другой ППшкой. Меня эта ППшка полностью устраивает. И сборка следующая. Агентский ПБС, 6,1 дюйма, усиленный тяжелый ствол. Агентская рукоять, 53 патрона, барабан и без приклада. Ну, а как это было, как бы, смотрите дальше. Поехали. Я, короче, знаешь что, я когда играл в Oblivion и в Skyrim, у меня был дом для лута. Я туда складывал весь лут, который был дороже определенного количества. Там, типа, у вендоров же не было безлимитного золота. Вот. И все шмотки, которые стоили дороже, чем вендор мог приобрести, ну, типа, там, сколько там, 1500 условно, еще. Вот, и у меня были дома, ну, типа, Чейнгинал, по-моему, называется город этот в Обливионе. Там, типа, там, где это, у братства было логово, не логово, у темного братства было вот это логово. И вот у меня был дом, в котором у меня FPS проседал до нуля практически. Я прям под нами. Ты валим? Да. Я смотрел просто. Пошли цели, блин. Не смог кнокнуть. Куда пошли? Да иди, типа, куда хочешь, типа, с какой стороны хочешь, ну как что иди. А я вижу чела, один вот тут. Противник отмечен. Вся команда убита, оставь. Вот эти додики, которые садятся на краю карты с пулеметом. Что, убили? Вот здесь. Для тебя бой окончен. Над нами вражеский поток. Да-да, я здесь. Одно.
Ёпта. Я сейчас под зону умру. Союзная посылка с комплектом. Уложила гада. Типа уже докашляла и упала. Остались только вы. Закончите дело. Я чела убил только что. Это минус 10 секунд. Следите за небом. О, это по-любому чел на контракт падает, на комплект. Чел. Второго где? Он не подсветился. Он вижу там чел. Да, я понимаю. И с этого там стреляют, не так что нет. Охуеть, сначала усиленные. Я могу на тачку забайтить. Ты тут аккуратно пойдешь. У меня челы здесь, получается, сидят. Да, перед нами. Нихуя себе! Что? Блин. Бросаю гранату! Я понимаю. Кто же ее кинул? У тебя есть бабки? Ну, не знаю. Может, где ты умерла-то или... вообще? Чуть дальше. Возле метки моей. А это не твои мальчики случайно? Там Немо, что-то там. Да, Никита Геймпро. Да, не.
Нема, блядь, про мои мальчики. Вот этот есть. Разгрузка. Нашла броню. У нас бабки есть. Покупим. Дай бабки. На крыше, по-моему, кто-то упал. Кто-то бегает рядом. 15 метров. Не выше, по-моему, бегает. Да-да-да, над нами. Можешь смотреть вот сюда. Вижу движение. Я смотрю. Союзная посылка с комплектом уже в пути. 20 метров. Шел. Там чел нокнутый, наверное, же, типа лестница. Там это где? Дальше. Дальше по крыше. Я его нокнул, типа он резнул сейчас. Я сбоку тут поднимаюсь. Он стоит прям на этой штуке. Я его нокнул еще раз. Нет, бежать плюс сосать. Под нами 9 метров. Что, далеко? Команда открыла на вас охоту. Будьте начеку. На крыше чел. Над нами вражеский ППЛА. Ах, я знаю. Да ёб твою мать, он прямо вон, один хп чел. Ресается. Второй ресается. Отлично. Я стреляться продолжу. Нам можно было отойти. Внимание, УБПЛА. Вот сзади чел. Иду на базу на дозаправку. Какой, а тут гений какой-то. Как он был? Приближается вражеский солдат. Ну это чел же то это. Уже немножко одуплял. А, вон внизу вижу. Готов. Шесть.
гранату. А где он был? Нокнул. Бросаю гранату. Ты не разговариваешь, если что. Вон он. Они меня защищают. Для тебя. Один выше. Блять, закрылся. Я твою мать. У меня есть рез. Я на лестнице. Скажешь, если спрыгнет. Наверх поднимается. Пошел. Наверх поднимается. Да как, блядь? Не, нет. А где он был, получается? Он прям на крыше. Знаете, я ебнулся. Я помню, еще есть. Да, 18 метров. Да, она мне... Внизу, внизу. Тут сердце. Враг может быть рядом. Второго не вижу. Второго не увидел. Он мне там не мелькал. Запрашиваю разведку с воздуха. Иди селфи купи. Бесплатный. Он бесплатный. Так, что? А вот, все, последний склад. Смотри, где он. Он на этой. А, он вообще далеко, слышишь? Надо быстрее бежать туда. Пока они нету. А, все, они рядом. Я понимаю. Я пойду. Я иду туда. Работает машинка союзников. Бдым! Машинка разъебалась. 7 метров. Кого добил? На вас охотится команда противника. Не расслабляйтесь. Вы меня стреляли? Крепенький твой. Я наверх поднимаюсь. А, не, я могу туда забежать в этом мутишке. На втором этаже. Супер, ты... Я на курятника бил, че. Союзная посылка с комплектом уже выпущена. Бэпку можно купить, да. Я куплю классику себе. Чтоб была. Я на крышу пошел. Над нами наш БПЛА начинает разведку. Он опять на крышу. Отвечаю на безопасную зону. Держи.
Там челы не понимают, что инфа, типа, с этой штуки, она слишком имбовая. Нельзя бежать ебалом. С констракшена? Да, вижу. Дал туда airstrike.